Политическая болезнь опаснее ковида. Коктейль технологий цветных революций, отработанный годами на десятках стран. В Киргизии просто бунт, а в Беларуси просто попытка государственного переворота. От Грузии и Украины до Миннесоты и Гонконга, а теперь и на белорусской земле. 7 стадий за 10 лет, от инфицирования до уличной лихорадки. Революция перешла вот от тех мирных, как они называли, мирные демонстрации. Она переходит именно в диверсионно-провокационную стадию, насильственную. Кто из внешних игроков решает свои внутренние задачи на нашей земле? От киберэкстремизма до сотворения фейковой элиты. Поляки здесь наиболее задиристые, наиболее агрессивные, имеющие свой глубокий корыстный интерес по отношению к Белоруссии. Пошатнули, но не разрушили 7 этапов политической болезни, которые не сработали в Беларуси. Наш иммунитет к обновленной, но старой методичке. Нельзя допустить страшного, нельзя допустить обвала собственного государства. А это Беларусь, судя по всему, уже избежала. Специальный репортаж о здоровье общества и государства на рубеже эпох. 7 стадий Беломайдана. В субботу после панорамы.